Привет, мои студенты! Сегодня у нас первый день корейского языка третьего уровня, или другими словами, первый день Чунгпа. Итак, в этом видео я вам покажу, по каким книгам мы будем заниматься, и мы с вами поговорим немножко о плане, как мы будем с вами заниматься. Итак, сегодня ко мне пришла посылка вот этой книги. Это третья часть Суган Хангуго. И плюс в этом семестре я добавлю вот эту книгу от Юнсей Хангуго. Так что домашней работы будет очень много, будет очень много текстов и аудирования. Готовьтесь. Итак, как же мы с вами будем заниматься? Все то же самое, что и было в первом-втором ГЭПе. Я разъясняю вам грамматику, даю домашнее задание, даю тексты. Вы делаете то, что я говорю. Выписываете, читаете по 3 раза. В первом группе мы выписывали по 3 раза, читали по 5 раз, насколько я помню. А в третьем уровне мы будем выписывать 1 раз, так как тексты будут большими. Вот. А читать мы будем около 3 раз. Это обязательно. Я хотел бы подметить еще одну очень важную вещь. Смотрите, те студенты, которые очень внимательно, хорошо слушали меня, делали все, что я говорил, в данный момент имеют очень-очень хороший фундамент корейского языка. Я серьезно. Посмотрите комментарии от первого урока, когда они росли, как они росли. И посмотрите комментарии в 90-х, в 100-х уроках, и вы увидите разницу, большую разницу. Это те студенты, которые реально занимаются. Поэтому перед тем, как начать третий ГЭП, нужно собраться и делать то, что надо делать. Вот и все. Итак, как было и в первом-втором ГЭПе, я сначала вам показываю грамматику, рассказываю о ней. Вот с этой книги далее даю вам домашнюю работу, workbook, помните, да? ВКонтакт обязательно заходим. Плюс в конце урока я буду давать тексты. Это тоже обязательно. Вы будете должны обязательно прочитать, перевести. И на следующем уроке мы с вами будем говорить о этом тексте. Так что в третьем уровне будет очень много практики на чтение и изучение новых слов. Все. Итак, если у вас остались вопросы по третьему уровню, задавайте их сюда, и мы с вами увидимся на третьем ГЭПе.